Los. Здесь это невозможно. Ирчик. Попробуем. Я еще не готов.
Нужно больше сердца. Так, а что тут надо сделать-то? Вот несите молитву священную. Благодарю. Так, надо идти. В лагерь пришли чужаки. Пол нахер. Ты Виго? Меня послали. Знаю, что я видела. У нее были рога, как у зверя. Она прошла мимо меня в двух шагах. Там с ней. Подумай только. Это ведь ты ее пропустил. Тебе за нее не страшно? Там есть наши солдаты, которые... И им тоже грозит опасность. Эсик. Ты мне поможешь. Давай сначала с тобой. Рогатая женщина — это демон Лилит. Нет, не может быть. Мама называла мне это имя. Это же дочь ненависти. Право говорила обо мне? Она не сердилась? Здесь решается вопрос не только твоей работы. Идем уже. Покончим с этим поскорее.
Придется идти пешком. Берегись! Так. Приветствую. О, 20-й уровень. Так, одну секунду. Портанул город. О, вижу, у тебя глаз наметан. Хм. Лучшего огранщика, чем я, не найдешь во всем санктуарии. Приноси необработанные камни, и я сотворю чудо. Сам увидишь. Ладно. Блин, с ним пока. Отлично. Похоже, ты умеешь сражаться. Мне пригодится помощь, пока я буду изгонять демона из сына этого доброго человека. Встретимся в подвале. Готовься. Ты узришь истинное чудо. Ну-ка. Thank you.
Здесь даже холоднее, чем снаружи. Значит, рядом демоны. Верный знак. Возьми мою чашу и поставь перед мальчиком. А я пока поищу нужные строки в молитвеннике. Сестра, я знаю, что слуги собора обычно сжигают одержимых. Да, некоторые клирики порой слишком буквально понимают Писание. Сегодня никто не сгорит. О, хвала свету! Начин. Отец Энарий, узри, я проливаю черную кровь. Очисти ее светом. Пусть он наполнит наши... Ничтожество. Это детеныш мой. О, ангелы! Сынок! Пусть свет развеет тьму в сердце этого младенца. Какой нахрен младенец? Прогони один. Демона! Нытье здесь бессильно. Свет тоже. Отец, молю, защити сие дитя. Приказываю тебе, изыди! Нет! Я вам все кости. Быстрее, убей его, пока он никого не вселился. Все кончено. Лата, мой мальчик, ты меня слышишь? Умоляю, скажи хоть что-нибудь. О, отец, где я? Сынок, о, Вата, ты жив и здоров. Спасибо, сестра. Пожалуйста, ты ведь придешь на следующую службу, да, Петр? И сядешь в первом ряду? Конечно, сестра, конечно. Пусть побудут вдвоем. Поговорим снаружи. Ты хорошо справился. Из тебя бы вышел неплохой брат. В Киавашаде еще много людей, кому я нужна. Я бы не отказалась от твоей помощи. Если будет время, приходи. Блять. Портал пропал, да ёлки зелёные. Отличная работа. В последнее время священники крайне заинтересовались сердцами вурдалаков. Впрочем, неудивительно. Чтобы одолеть врага, сначала нужно его понять.
Заходи, если захочешь что-то выковать. И туда. Нет, давайте сначала не заполним второстепенное. Опа, со мной бей. Бедный олень. Вот событие какое. Поучаствую. О, явление сопротивления.
Побуждающий аспект. Что такое? Большая часть надписи совсем стерлась. Посмеешься? Усмехается гнев участия. Автомобилист, спасибо за фоллоу. Так, дается какой-то аспект. Привет, доброе. А тут особо и нет-то никого. Thank you.
вообще. Так, предмета нету. Не хватает эссенции. Ой, ёпта. Эх, теперь можно вернуться. Я спустилась в эти пещеры, чтобы служить господину. Он обещал мне жизнь и кровь, что мир погибнет, а мы останемся. Мне нужна эта уверенность, эта сила. Я родилась слабой в мире, который не прощает слабость. И остаюсь такой, чтобы кормить господина. Но когда я встану, я буду равный ему и его собратьям. Этот день придет, он настанет, он обязательно настанет. Сдох. Так. Еще место здесь есть. При низком здоровье зелье подклоняется 10% максимально. В общей броне вероятность выполнения уменьшения урона от противников на расстоянии. Посмотрим уже к подавляющему базовых.
максимальному запасу здоровья. Атаки на... Повышается броня повыше. Все равно. Так, вон еще один пленник. Часы. Так, освободите узников 4. Не всем узникам повезло. Так, остался один. Где? Достаточные эссенции. О. Ты. Ифт появился. Это я завершил. Thank you.
Все. Мой милый Феодор, познай вечное наслаждение. Феодор? Что случилось? О, с него кожу содрали. Нет! Я видел такое, познал такое удовольствие, такую боль. Нужно больше. Что? Феодор? Как ты? Еще. Умоляю, догони женщину, что с ним это сделала. Еще. 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 Неудивительно, что Феодора влекло ко мне. Я дала ему то, чего он хотел. Его жалкая душонка не вынесла боли и наслаждения. Но тело куда прочней. Не смей мне мешать! И пизда. О, зелье теперь 5. Если тебе нужна награда, возьми этот кинжал и оставь меня. И где кинжал-то, ебаный? А? Эта вещь стоит своих денег.
Все, туда идем. Второй уровень. Так. Что у нас чё? Ай. Может, стоит вернуться, собрать рыцарей? И оставить мою мать, Лилит, на неопределенный срок? Нет, я пойду дальше. Застряла где-то ниже. Ну давай уже исследуем.
Ладно, мы что-то далеко углубились. Открывается. Сюда! Я смогу протиснуться на ту сторону. Подожди. Уже уж мы били. Враги близко. Бежать некуда. Вот битва и нашла нас. Молодец, но мне надо там все допроверить. Затхлые туннели. Как листья. Это что, выход? Понятно. Зеленое низовье. Надо было допройти. Почему твоя мать бросила тебя? Она бы не стала. Или она не должна была. Уверена, у нее была причина. Thank you.
Так, куда пойдем-то? Проклятая шахта рушится. Да господи, эти шахты. Тупик. Вон там. Вижу просвет. Вперед! Туннель перекрыт. Без подъемника мы в ловушке. Вон там. Это она. Ты побежала-то, дура. Статуя. Это она. Я ее видела. Это Лилит. Надо найти мою маму. Сюда. Здесь подъемник. Наконец-то. На это мы выберемся. Что? Что произошло? Нам нужно подкрепление. Нет, нам... Не нужно вам подкрепление, у вас я есть. Что это было? Это исходит из-за ворот.
стражи. Они все мертвы. Вон там. Женщина. Виго, это была одна из тех, что ты посылал. Только она была не человеком, а демоном, когда статуя сказала, что она мать всего санктуария. Это была кровавая баня. Винард, вторая женщина. Где она? Она молила о пощаде. Лилит не стала ее убивать, а повела за собой. Надеяться не на что. Она пропала. Выслушай, Виго. Сталь ее не взяла. Чары, молитвы. Бесполезно. Иди в Корвалар. Расскажи праве. Созови армию и отца. Зло воплоти. Уже среди нас. Иди. Ради меня. Он мертв. Мне конец. Твоя мать говорила, что это где ты, мелкая? Принесет удачу. А вон она. И как меня угораздило ей поверить? Так она тебя и подкупила, да? Тебе было не положено ее пропускать. Но еще не поздно. Мы еще можем ее спасти. Нет. Теперь уже нет. Право знает, что делать. Ты нас бросишь? И ее тоже? Бросать уже некого. Она все равно, что мертва. Прости, дитя. Он покинул нас. Мы остались одни. Лилит где-то рядом. Мы сейчас явно слили. Что это? Сколько мыслей в твоей голове. Да. Я Лилит, мать Санктуария. Дочь ненависти. Я могу помочь тебе утолить твою жажду. Ты протащила свою дочь через весь Санктуарий в поисках знаний. Нет, я просто учила ее выживать. Ты и вправду в это веришь? Довольно притворства. У тебя есть вопросы, а у меня ответы. Мне ведома сама суть мироздания. Все книги, которые я читала, велят опасаться тебя. Ты прочла много книг. Но так ничего и не узнала. Принимаешь ли ты мое предложение? Я не знаю. А можно попробовать? Я бы попробовала. Твоя мать жива. Они с Лилит отправились вон туда. Откуда ты знаешь? Скажем так, порой я вижу прошлое. Сейчас увидел их вдвоем. Что? Но как? Вообще, озвучка Романта так себе. Когда-то ее кровь попала внутрь меня. Ох ты, ёлка.
вот так вот сразу. Черепка. Так, вот это у нас еще сопротивление типа урона. Клони яд. А тут что озвучивать-то? Они сами озвучивают тебе. А для озвучки нужно больше эмоций. Спасибо за фоловку, что-то у меня не сработало. Уведомление. Так, чё? Ага, вот еще. Ну, теперь можно и к двери. Так, здесь. У меня взрыв трупов-то. Тупальцы, кости. А. А, вот он.
чувствую любопытство. Ты хочешь знать, почему до сих пор жива? Да. Скажи, веруешь ли ты в меня? Я хочу верить. Хорошо. Сейчас мы идем к моему сыну. Это все, что тебе пока надо знать. А ведь нам воевать. К Ратме? Первому некроманту? Верно. А еще он ключ к моим планам. Похоже, они ищут сына Лилит. Ратму. Вдвоем. Так ты же служишь Ратме. Ты же некромант. По крайней мере, в третьей его Mortal так было. Может, в четвертой они уже слушают кому-то другому. Так, и куда пойдем? Ловушка. Так, вот эту область надо исследовать.
Ну, мы сюда вернули. Разбил. Но он мне пока не нужен. Оду. А еще. Снова заперто. Неужто Лилит знает, что мы близко? Ракш. Ахакса. Промахнул. Я-то думал, босс какой-то. Ты победила страх, но боль твоя не ушла. Ты тоскуешь по дочери. Дочка моя, она должно быть так напугана. Вон у нас. Иди к ней или оставайся. Пора выбирать. Я хорошо ее обучила. Она славная девочка, сильная. С ней все будет хорошо. Она... Ты сделала верный выбор, дитя. Под этими руинами есть озеро. Чтобы попасть к Ратме, придется его пересечь. Для этого нужен ритуал. Я тебя обучу. Любому кровавый. Как пожелаешь, мать. Твою мать. Молодец. Ты готова к первому уроку. Кровь — это ключ. Что ты теперь увидел? Только не нужно меня жалеть. Рассказывай все. Лилит хочет научить твою мать ритуалу, где нужна кровь. И твоя мать... Кажется, не против. Надо догнать их.
Да, блядь. Ох. А, елки, только один можно. А где воскрепатель? Это преграда. Кажется, ее создала все та же магия. Думаю, я смогу это развеять. Доил. Вышло.
Здесь никаких сундучков. Опыт. На край санктуария. Вот она где. Мама? Это ты? Ты как раз вовремя. За этим озером некрополь перворожденных. Кладезь магии и знаний. Я открыла путь для Лилит, но не смогла пройти с ней. У меня нет божественного элемента. Хватит. Но я найду его. Он уже близко. Просто нужно... Мама, хватит! Что Лилит с тобой сделала? Ты пишешь своей кровью. Она разбудила меня, дитя. Показала мне то, что... Чувствую, сейчас ей будет карачом. Когда я закончу, ты поймешь. Мне нет до этого дела. Прошу, пойдем отсюда. О, ясно, да. Умное дитя. Хочешь увести меня, а потом забрать все себе? Да она сошла с ума. Это моя находка, не твоя. Допишу руны твоей кровью! Прекрати это! Чем она наградила меня? Тебе не отнять то, что теперь мое. Что так летаешь ты? Я не хочу, чтобы ты умерла. Come on.
Ты меня защищал. Не хочу тебя ненавидеть. Стараюсь изо всех сил. Бабы дуры какие-то. Правда. Мы заставим Лилит ответить за все. Значит, нам нужна освященная кровь. Возвращайся к своей праве. И пусть она тебя осветит. Сделай все для этого. Если надо, на коленях ползай. Это моя мать начала тот проклятый ритуал. А я его закончу. Встретимся в лесу Мистраль. Почему там? Там Харадримы спрятали свою сокровищницу. Она жизнь положила на то, чтобы найти ее. И довольно... Да, конечно, а мы ее найдем за 5 секунд. Может, с ритуалом. Если нет, я хоть похороню ее, где ей бы хотелось. Мне нужно время. О. Прости, оставь меня. Так, где? Или... Маги кости. Фрагменты собственных тел сводят здоровье, наносят значительно. Я тому мы. Эти камни так и ловят лучи света. Посмотри и убедись. Да хранит тебя, отец. Чем могу помочь? Неплохие материалы остались. Проследите, чтобы кухня была готова к утру. Слава ангелам! Ты вернулся! Что ты говоришь? Преподобной матери надо об этом услышать. Но она сейчас в Корваларе. Тебе туда. Все происходит так,
как предсказал Инарий. Вскоре он сможет сбежать из санктуария и вернуться к себе на небеса. Путь света. И они икают. Зри истины скрыты. Тут происходит что-то странное. Нейрелла должна быть неподалеку.
Сейчас ты в плену иллюзии, созданной Харадримами. Портал Волчара. Тебя из этой ловушки. Можешь расслабиться. Здесь тебе не причинят вреда. Кто ты? Что-то вроде единомышленника. Я спас тебя в горах. Ты потерял лошадь и забрался в пещеру. Если бы не я, замерз бы до смерти. Зачем ты мне помогаешь? О, тут все просто. Ты хочешь остановить Лилит, а я хочу, чтобы у тебя все получилось. Но если будешь слушать Харадримов, ничего не выйдет. Для них все всегда заканчивается пожаром и смертью. Ну что, насмотрелся? Открывай дверь. Зачем ты это мне рассказываешь? Чтобы тебя предостеречь. Однажды Харадримы зайдут в тупик, и в этот момент лучше оказаться от них подальше. Портал перенесет тебя прямиком к девочке, которую ты ищешь. Тристрам. Давным-давно Харадримы заключили Диабло, владыку ужаса, в подземную Он изменился. Темницу, а затем здесь возвели город. Видишь, что из этого вышло? Мне нравится мир таким, каков он есть, без Лилит. Ее глупый бунт приведет только к хаосу. Ты уже видел, на какие разрушения она способна. Особо-то и не видел. Я знаю, что тебя поили ее кровью. Ты чувствуешь, что она тебя меняет? Возможно, пока этого не происходит. Но как только Лилит войдет в твой мир, это станет лишь вопросом времени. Ривидерчи. Обратно в Харадримскую иллюзию. Мейрел. Вот ты где. Кажется, я сбилась с пути. Как тогда, когда мы заблудились с мамой. Путь к хранилищу обрывается здесь. Видимо, это где-то рядом, в лесу. Как нападать кто? Будто кто-то играет с нами. Тут настоящий лабиринт. Теперь еще и это. Что это такое? Дорога изменилась. Выходит, старая создавала иллюзию.
Наверное, но близко. Ты стоишь? Не то, чего я ожидала. Но продолжим. Нам нужно всего лишь одно заклятие, чтобы пересечь озеро и остановить Лилит. Накрепко заперто. А что насчет вон того прохода? Конечно, такой не займ. Простейшие засветы и заклинания. Пользуется в штормовой долине. Это... Кажется, это хородримский шифр. И вот это! Такой же символ, как на двери. У меня есть идея. Отойди назад. Чеспичат. Идем дальше. Жаль, мама нет с нами. Приходил Донан и принес книгу. А какую? Феник Феев из времен. Парад, конечно, не обрадуется. Если я хочу когда-нибудь сражаться с ним плечом к плечу, нужно подготовиться и... Парад мудр, но чересчур насторожен. Со временем я докажу им. Конечно. Эй, а как же я? Мысли. Вот та же печать. Думаю, снять ее еще раз будет несложно, но почему ее использовали тут? Заодно и узнаем. Конечно, мы обязательно должны поймать Лилит. Я займусь дверью. Если разделимся, будет быстрее. Только если ты останешься с этой стороны. Ладно. Что надо искать? Ты разве не знаешь? Книгу, свиток, все, что поможет нам пересечь Черное озеро. Чеспичат! Демоны.
Это больный череп. О чем колечко же это? Блин.
И все. Зачем демону было охранять эту книгу? Нужно отнести это на Эрелли. Телепортировать. Телепортируешь-то куда хоть? Ага. Хорошо. Надеюсь, тебе повезет больше. Очень интересно. Это записи Харадримов. Тут перечислены заклинания теории Ратмы, первого некроманта. Это не то, что нам нужно. Нет. Но тоже сгодится. В этой книге должно найти заклятие, которое вернет мою мать. Она знает, как пересечь Черное озеро. Думаешь, это хорошая мысль? Другого выхода нет. Моя мама нам поможет. Встретимся внизу. Так, 25-й. Буря костей. Костян дух. Кубрины. Чё, голема тут? Забирай, что осталось. А, ты как раз вовремя. Это Квера.
Она считает, что в ее мужа вселился демон. Не считаю, так и есть. Он часами бродил где-то, а потом вернулся с окровавленными руками. Сказал, что ничего не помнит, но мне сделалось страшно. Я связала его и заперла в подвале. И побежала за помощью. И мы тебе поможем. Идем, покажи, где он. Как? Демоны уже появились? Где же ее муж? Что это было? Мой муж Вазок. Он прятался наверху. Он побежал в том направлении. Поспеши, пока он еще кому-то не навредил. Все хорошо? Рана не такая страшная, какой выглядит. Я выживу, иди. Иво, смотри на меня. Не уходи. Демон весь в крови. Монстр. Вон он! Проклятие, он залез в ступ... Вазок, постой! Ha!
еще не готов. Тебя не оставим! Так, осторожнее. Ситуация непростая. Делаем как прежде. Возьми чашу и поставь ее рядом с ним, так близко, как выйдет. Я пока его отвлеку. Вазок, спокойно. Повторяй за мной летание, хорошо? Нет! Нет! Назад! Все будет хорошо. Отец Инарий, узри! Я проливаю черную кровь. Очисти ее светом. Не надо! Прошу! Как больно! Пусть он наполнит... Нет! Нет! Что-то не так. О! Вот это прикол. Взгляните на останки и готовьтесь оплатить. Да-да-да. Ликуй, пока можешь. Твоя победа ничего не значит. Вазок, я не справилась. Прости, прости меня. Надо выбираться отсюда. Я цела. Нужно только отдохнуть и согреться у огня. Спасибо
Все кончилось скверно, но без тебя дела пошли бы еще хуже. Надо подобрать слова, чтобы рассказать Квере о Вазаке. Береги себя, дитя. Разобралась как по маслу. Из чего лучше? Позже нет. И у них опять там прогрузки. Да, ты. Подходи, не бойся. Нужна твоя помощь. Эта фанатичка Тея украла мои глаза. Она носит их на шее. Я вижу страшные картины. Когда это кончится? Столько крови. Нет. Просто поверь. Я все еще ими вижу. Тея со своей стаей теперь в настраве важные птицы. Прошу. Верни мне мои глаза. Тея. Ха, да она пару лет назад была никем. А потом пропала. Вернулась с дружками и начала нести всякий вздор о конце света. Она лгунья. Но очень хитра. Умудрилась украсть мои глаза. Я утащила их, нацепила на какое-то ожерелье и носит везде. Заставляет меня смотреть. Зачем ей мои страдания? Да, да, я вижу этими глазами так же ясно, как ты видишь своими. Но то, что мне показывают, ужасно. Боль, смерть. Верните мне мои глаза. Так. Пойдем сюда. Азары, что ли? Уйди ты.
О, белый мишка. Да, это я. Мой страж напал на меня. Хотел задушить. Все, что удалось сделать, прежде чем потерять сознание, это скатиться с обрыва. Пойду в Кеовашат. Попрошу сопровождения у рыцарей. Пожалуйста, отнеси требования десятины лорду Талгуну в Министат. Ну, пошли в Министат. Я безмерно благодарен. Надо все подготовить. Прошу меня извинить. Но как? Это не должно было попасть ко мне. Не должно. Сдерживайтесь, господин. Сделка пошла не по плану. И негодяй Лускас вынудил меня заплатить за мою безопасность. Он остановился рядом с перевалом на северо-западе. Верни камни, которые он забрал, и я тебе отплачу. Ну, а в принципе, рано в ту сторону. Нет. Было.
Ладно, пойдем помолимся Ратме. Звери обожают запах крови. Любой, даже сородичей. У меня ее тут хватит, чтобы выманить парочку. Присоединишься к охоте? И бил, что ли, заметили? Уйди ты, выйди отсюда нахер. Добыча так себе. Не разбогатеешь, но жить можно. Вот, твоя доля. Потом. Я ждал тебя. Я учитель. Я посвятил все свое бытие тому, чтобы хранить и передавать уроки Ратмы, самого первого и самого великого некроманта. Духи шептались о тебе,
Сказали, что ты истинный друг теням и смерти, что ты достоин учения Ратмы. Для Ратмы смерть была не концом, но преображением. Он понимал, что преобразиться может все, что угодно. И груда костей, в которой еще теплится жизнь, и повозка руды, рожденной в недрах земли. Теории Ратмы породили големов. А теперь я раскрою тебе его последнюю тайну и посвящу в самом царстве. Сейчас, наверное, големов. Сначала собери цельные кости, из них будет сложено тело твоего голема. Затем я расскажу, что делать дальше. Отлично. Теперь нужна эссенция жизни. Дух, который преобразит голема. Неподалеку на склоне холма закопан артефакт. Он ловит заблудшие души и вытягивает из них магию. Освободи их, и, быть может, они тебе помогут. Подалеку это. Итак, дело сделано. Великолепно. Я знал, что тебе можно верить. Ты
конечно же, слышал новое слово истины. Мы больше не будем страдать из-за разных отбросов. Наша судьба воцарится над слабыми. Бил. Разобралась как по маслу. Вот оно. Все готово. Повторяй за мной. Духи, я даю вам этот сосуд. Защищайте нас, а мы защитим мировое равновесие. Духи, я даю вам этот сосуд. Защищайте нас, а мы защитим мировое равновесие. Когда ваш костяной получит урон, он становится за...
кого призвать-то? Где действует? Не вижу. Ой, тупость, блядь. Я его из чего должен призвать-то?
Ладно, пора заканчивать на сегодня. Нашего дня. Ладно, всем пока.